Наши шехзаде провели в заключении во дворце целых 3 месяца. Аллах свидетель, я пыталась этому помешать. Все это вина Халимы Султан, конечно. Она не сдержала свое слово. Однако я сдержала слово, которое дала вам и вашему покойному отцу Султану Ахмеду. Я защитила шехзаде и всю империю. С благословения Аллаха, черные дни остались позади. Зима закончилась. Отныне трон Великой Османской империи будет принадлежать... тебе, Осман. Отныне начинается твое правление. Бисмилляхи рахмани рахим. Наш султан Мустафа хан жив. Однако, ввиду того, что он не может управлять страной, ради сохранения Османской империи, он был низложен. И потому султан Осман хан Хазретлери взойдет теперь на трон. Великий визирь Сафу Мехмед Паша. Третий визирь Гюрджу Хадим Мехмед Паша.
Вы совершаете ошибку, мама. Не брат Османа, я должен был получить трон. Если будет на то воля Аллаха, и ты взойдешь на трон. Потому что ты следующий претендент. Однако сейчас не время говорить об этом. Визирь совета! А по-моему, самое время. Не хочу этот кошмар пережить снова. Брат Осман, значит, скоро убьет нас. Брат Осман любит нас и никогда не убьет. Правда, мама? Конечно, Мурат. Никогда не сомневайтесь в своем брате Османе. Он сделает все возможное для вашей безопасности. Египта.